Мечи на спине тягать. Мы свои вопросы решаем сами. Боев по-прежнему нет. Извини. А медом тебе жопу уже намазали, герой? Привет. Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал, будто звали его Ули-неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули-неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улле, высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улли не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улли. Чтобы ты вовеки веков проигрывал, так и сказал. Вот с той поры Улли и является на арене и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают, а он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Спасибо. Будьте здоровы. Ты чужак. Думай, куда идешь. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли-неудачника всякий может победить. Берись за оружие. Ну, берусь, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр. Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо! Да пребудут с тобой боги! Прощай, дух арены. Прочь с глаз моих. А медом тебе жопу уже намазали, герой? Привет. Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания.
Тут порядочные люди. Радцы пришел. Привет. Ты мутант, верно? Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона чемпионов, считай, нет. А ты же драться пришел. Может, мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним. Он отведет тебя куда нужно. Вот, чемпион чемпионов. Скальный тролль. Довольно зрелая особь. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы обеспечим погребение по вере претендента. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии, время начинать. Геральт из Ривии, в честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по четырем сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду. Ты бы с ним справился, а?